глава Калмыкии Батухайсиков, посетил школу в селе Улан-Эрге, где поздравил выпускников и вручил им аттестаты об окончании школы. В этом году в Улан-Эргинской школе 6 выпускников 11 классов, двое из которых были награждены медалями за успехи в учебе. Глава региона отметил, что прощание со школы – это радостный, немного грустный этап в жизни каждого школьника. Он также поблагодарил родителей и учителей, которые позаботились о них и стали мудрыми наставниками. Посмотрите, какие замечательные выпускники. Действительно. Мне кажется, даже что без тех слов, которые мы сейчас услышали о каждом из них, мне кажется, что и так невооруженным взглядом видно, что это достойные ребята. Красивые девушки, умницы, парни. Видно, что и крепкие, и уверен, что и с характером все в порядке. Ну и самое главное, что интеллектуально тоже вы на высоте. Почему вот такие? Я уверен, что здесь все просто. Потому что о вас позаботились в первую очередь ваши родители и, конечно же, ваши учителя. Поэтому давайте вместе скажем им огромное спасибо и дружными аплодисментами их поблагодарим. Ребята, вот обращаюсь к вам. Никогда не переставайте верить в свои мечты, в то, что исходит у вас от души, от сердца, из сердца. Конечно же, очень важно знать, кто вы, помнить, откуда вы и где бы вы ни были, кем бы вы ни были. Это подчеркивать, этим гордиться. Вот. Но при этом у каждого из нас есть какие-то свои желания, свои мечты, которые нас вдохновляют. А если человек живет с вдохновением, то он очень многое может сделать. То он способен решать любые задачи, которые перед ним ставит жизнь. Вот поэтому я хочу вам именно этого пожелать, чтобы вы верили в себя, чтобы у вас постоянно были какие-то мечты, были цели. Бывает в жизни так, что не сразу удается достигать этих целей, но никогда от этого не отступать. Вату Сергеевич поздравил выпускников, в торжественной обстановке вручил им аттестаты и небольшие памятные подарки. В напутственных речах он пожелал без 5 минут студентам успехов и светлого будущего, подчеркнув, что сейчас пришло время ставить перед собой взрослые цели и задачи. В будущем вас ждут новые открытия и достижения, у каждого из вас свои мечты и цели, которые вас вдохновляют. Главное, никогда не переставайте верить в мечты и найдите дело, к которому лежит душа. Я верю, что у вас все получится, добавил глава республики. В завершение Батухайсиков также осмотрел состояние Улан-Эргинской школы вместе с главой Яшкульского района Савром Мушаевым.